сжимаюсь, теряюсь, как-то боюсь потерять мысль. Нафиг про это. Чё про это гонять вообще? Зато там откуда вообще что появилось? Как мироздание формировалось? За это и так уже все как бы понимают потихоньку. Но все равно интересно за это думать, да? Вот всякий разный опыт, там, клиническая смерть вот была, там, какие-то прочие эксперименты, там, во снах, там, попадаешь в какие-то состояния и постепенно начинаешь улавливать этот, так сказать, такой фол, такое состояние определенное, которое угадываешь, ну, узнаешь в разных состояниях, там, во сне, там, в смерти, там, в наркотиках кто-то находит подобные состояния, там. Потом уже в повседневной жизни начинаешь узнавать эти вещи, когда сравнил те и другие, понял, что это все из одного места ветер, и, соответственно, возникает такая история, что ты уже просто видишь эти дырочки в той реальности, которая тебя окружает, эта вся иллюзорная, как сквозит там вот эти струи в виде там каких-то произведений, там художественных, там фильмов, музыки, картин, да чего угодно. Просто слово брошенного однажды, то есть любое творение, там, что возможно, там некий такой осознанный вскрик, что ли, в виде произведения, он всегда, ну, очевиден тогда, он, как говорится, одного поля ягода. И вот ты начинаешь эти вещи узнавать, ты видишь, где порожняк, а где вот действительно глубокое произведение. И где там человек оттуда писал, да, что-то сотворил такое, это был такой порыв, и ты его узнаешь, и ты понимаешь, что да, я сам тот же, мы одно целое, как-то, и ты в нем узнаешь себя, и у тебя такая... И начинаешь жить по-другому, короче. Когда ты все это изучал с детства, да, как я там ползал, там, вопросы задавал маме, там, а как вообще все? И мама говорила, там, окстись, там, неверующая в Бога тогда, сейчас поверившая, слава Богу. Бог счастлив. Вот, мама тоже. И, соответственно, что я говорил-то? Ну да. И узнавая это состояние в разных происходящих вокруг тебя вещах, ты больше начинаешь доверять собственному правильному ориентиру, который эти вещи узнавать начинает. Там мозг-то это не отражает. Это так, он только сравнивает и всегда оспаривает. Говорит, да не, ну ты что, это совпадение, такого быть не может. Ну, старик, ну это произошло уже более там 200 000 раз, это происходит постоянно. Ты, главное, с какого-то момента начинаешь улавливать происходящее у тебя внутри с происходящим вокруг тебя снаружи. И ты видишь те же самые закономерности, ты видишь, как ты подумал, как оно отразилось. Все мысли формируют, все твои, значит, мысли, все, которые ты генерируешь постоянно, все они формируют твою реальность, потому что это все иллюзорно. Это все проекция твоего внимания, точки зрения. Ну, это просто дар убеждения. То есть ты как бы максимально себя захлопнул, забыл и раскрылся в определенном складе убеждений, которые ты сам себе там с рождением в определенном персонаже заложил максимально со всех сторон. И получается, что весь спектр ты охватываешь всего возможного, что можно было воплотить во всех реальностях, во всех плоскостях, ну вообще везде, да? И, собственно, вот эту штуку он воплотил. И каждому, соответственно, досталась его картина мира. То есть он вот такой формат твоего морально-этического портрета. И ты вот такой вырастаешь, вот какой ты есть, да, какой тебя заложили, там, не знаю, знак зодиака, пол, там, и так далее, набор характеров, там, трусливый, смелый, там, ну и всякие разные вещи, умный, тупой. И они тебя формируют, и ты становишься тем самым, который все называют эго, да, собственной личностью, вот, собственно, индивидуумом, который вот типа сам такой лезет, пищит, лезет, не знает ничего, не помнит, но благодаря своему портрету выживает в этой системе, которая, в принципе, для него и создана, она не может его убить потенциально, если он сам этого не захочет. Потому что она, поскольку является, ну, единым целым с ним, с этим персонажем, с любым, да, из нас, то вся эта система, она для него, она его родная, она любит себя, это же она же сама, да, и так далее. То есть, соответственно, я люблю себя, это, естественно, человеку любить себя. Ну, как бы ты не любил всех, но ты все равно любишь себя больше всего, потому что если не будет тебя, то кто же будет любить всех? Горло промокло, ой, просохло, в смысле засохло. Ну, ладно. Ну и все, и на этой, собственно, веселой ноте, и вот мы и живем, каждый со своим индивидуальным опытополучением. Что дальше? Не знаю. По крайней мере, мир уже не тот, что был раньше, как я родился. Очевидные вещи для меня.
там есть какие-то публичные, да, там вещи, которые можно принимать на веру, можно, как говорится, просто понимать, что это все фейк, все это развлекуха. Но есть вещи, которые точно в твоей жизни совпадают с теми, которые были представлены. И ты вспоминаешь еще некоторые другие свои. И начинаешь смотреть на этот мир как-то так повнимательнее. Погоди, что происходит? Что-то планету подменили, что ли? Что-то в году 2011-2012 как-то так. Я помню, блин, другую Землю. У меня был в школе глобус другой. У меня шапка снега была сверху. И шапка сверху снизу, в смысле, да, вот такой глобус. Все же помнят школьный глобус. Но везде была шапка. Тут побольше. Еще путали, да, что шапка на южном была больше, чем на северном. А на северном, типа, ну там где-то холоднее, все наоборот, ну такая белиберда, ну как в жизни. И мы же об этом спорили, а сейчас, ну, пожалуйста, там что, океан, там даже льдов, по-моему, нет. Куда они делись? Растаяли? А если бы они растаяли, мы бы давно бы уже погибли, как нам, собственно, предвещали. В общем, какие-то вещи такие, вот так вот по мелочам, что-то вот несовпадения какие-то. Вот, и с того же времени я помню, что где-то вот с этих же времен я как будто бы перестал заряжаться. Я как будто сел на аккумуляторные батареи, и с ними уже, собственно, продолжаю движение дальше. Энергия кончилась. Вот реально живу, тяжело, прям там понимаю, что там надо что-то делать, короче. А сил нет, как будто аккумуляторы садятся. И что бы ты ни делал, короче, ни хрена ты уже не понимаешь, что делать, короче. Ну и вот. И вот думаешь, как. Как-то надо заряжаться, что-то еще ответы какие-то. А дальше ты уже начинаешь развиваться, и когда всю эту кухню начинаешь наблюдать воочию каждую секунду, это становится, ну, вообще-то немножко даже в такую страшную игру превращается. То есть ты говоришь, вернее, ты думаешь или там что-то проецируешь, тут же ты это получаешь в разном виде. И поскольку ты сразу видишь, как говорится, ответы на свои запросы, ну, они происходят практически молниеносно. Ну, все зависит от твоей уверенности в том, что это так работает. Если ты в этом не уверен, если ты в этом сомневаешься хотя бы чуть-чуть, я вот чуть-чуть, сука, всегда сомневаюсь. Я хоть за это и топлю постоянно, что это моя тема, но, блин, я реально сомневаюсь в этом, как самый прозаичный, там, не знаю, типичный человек среднестатистический, который во всю эту шляпу не верит. Вот я такой внутри. Хотя я искренне убежден и доказал сам себе миллион раз. Я как инженер хочу все как бы потрогать руками, там, понять механизм, разобраться, как это ездит, как это работает. И я уже тысячу раз объяснив себе и доказав это даже физически, все равно, сука, сомневаюсь. Да, но мир стал похож на такой интересный, прикольный такой жизненный сон, в котором стало интереснее по-другому. То есть, поскольку ты становишься, как говорится, как это сказать, безысходным, ну, как говорится, единственным автором этой всей картины. Не то чтобы там тебе повезло, там тебя выбрали, да мы все такие, мы все одно и то же. Просто каждый свою личность, да, сейчас представляет. Я Сережа Кайнов, там кто-то другой. Вот. Вот мы со всей этой историей как-то живем. И, в принципе, наша цель-то не такая. Ну, короче, вот, если нам, да, в смысле соскочил. Если. Как с этим жить? Как же с этим жить? А как с этим жить? И что вообще нам надо? А, да, я вспомнил. Каждый из нас это одно и то же, потому что мы есть одно целое, но каждый опыт отдельно. Ну, это все, собственно, вы знаете, без меня тут без этой истории. Здесь дальше история развивается, ну, как вообще, для чего все это нужно? То есть, что с этим делать, знанием? А просветленным быть, я не знаю, это там. Мы же все равно живем в моменте, здесь, сейчас, да, вот, мы сейчас. Вот только здесь мы живем, да, там, мы все это знаем, тоже проходили. Получается, мы здесь, потому что мы так хотели, задумали сразу изначально. Значит, мы здесь сейчас для того, чтобы быть здесь. А поскольку мы здесь, что мы здесь собирались делать, будучи там? Ну, давайте, ну, вспоминать не получится, да и не нужно. Догадываемся, да, логически, мы же так же там думали. Ну, у нас немножко другие приоритеты, но в целом-то у нас как бы склад характера подобный. Мы же подобное от подобного, правильно, в эту сторону надо двигаться. Можно попью, спасибо. И вот с этим мы как-то живем. А живем мы с этим как-то для чего-то. Мы живем для чего, собственно, этим?
и для чего вообще эти мысли складываются так, как складываются. Я считаю, тоже как бы не специально. Они просто сами в голову приходят, да, знаете, как говорится, бороду сбрею, а мысли не сбреешь, да. И, собственно, с этим живешь, и потом, собственно, понимаешь, что, наверное, для того, чтобы уметь, ну, чуть-чуть просто подруливать ситуации. Я даже на днях тут решил изобрести новый термин, ну, для себя, по крайней мере. Мне вот это управление реальностью кажется какой-то слишком кричащий, такой банальный. Как же я его сложил? А, настройка происходящего, вот. Мне кажется, забавно. Настройка происходящего, как бы без помпезности так, без каких-то излишних этих вывертов, а просто, ну, настраиваю, не реальность, настраиваю происходящее. Настраиваю, я стырил с какого-то фильма про это, черно-белый, забыл название, классный фильм, если найдете, вам повезло. Там прямо еще в цвет вообще, прям весь механизм описан, как с этим надо работать. Ну, там в грубой форме, там с художественными заворотами, но в целом, как говорится, описание механизма там прозрачное и понятное. И очень, кстати, помогает, ну, в этой работе. В этом движении. Я считаю, это работа. Это большая научная работа. Я же этим занимаюсь. По сути, это моя непрофессиональная деятельность. Да? Это мое хобби, это мое увлечение. Я когда родился, вопросы говорю, ползал маленький, задавал. Мама, мама, там что такое? Как вообще там за бугром? И потом сны меня кошмарили в детстве. Я всегда просыпался на стыке вот этих кошмаров. Я их очень хорошо даже сейчас помню. И сейчас пытаюсь вспомнить, потому что они тоже несут зерно какой-то вот этой важной составляющей вот этого всецелого портрета, который ты сейчас в себе собираешь. И твоя задача его не пересобрать как бы в идеале, ну, чтобы не стать собой обратно, чтобы сохранить себя здесь, остаться с этим эго, этим человеком, но при этом стать уже совершенно, как говорится, с другим пониманием мира и жить уже в этом физическом теле сколько ты захочешь. Ведь даже пространство вокруг нас, оно безгранично. Даже физическая реальность, она не имеет границ, может двигаться по прямой, математической, географической, не знаю, как угодно. Ну, просто по правде, по прямой, если ты будешь лететь, ты же никогда никуда не упрешься. Как назад, так вперед, влево, вправо. Это бесконечность, вечность. Это всегда, да, вот такая канитель. И это только наша физическая реальность. И потом поехали, сколько их вариаций возникает, да. Чихнул не так, все, по-другому, новая реальность. И это постоянно, ну, вот фрактальная вся эта тема. И... собственно, чего? Поэтому нахрен все это вспоминать, всю эту шляпу, нафиг мы это забыли. Для чего? Для того, чтобы забыть, потому что это занадоело, наверное. Ну, это же ад какой-то. Ты постоянно помнишь и знаешь обо всем. Такой тюнь-тюнь, живешь, у тебя сразу все произошло. Прямо сейчас. Вообще все. Ты сразу весь. Един момент. И он вечен, этот момент. И ты никуда не можешь ни улететь, ни убежать. Ты, тебя нет. Ты мысль. И ты даже сдохнуть не можешь, потому что ты есть все. Ну, единственный логичный, это ад, реально, чуваки, это ад, ничувихи. Единственный выход из всего этого мероприятия, это забыть себя, как Зелан сказал, или кто там сказал. Он сказал, я сказал, ты сказал. Да. В общем, итогом всего этого мероприятия явилось такое. Это как, знаешь, добежал до финиша, и тебе говорят, ну, короче, теперь все. Считай, что бежал, только чтобы забежать. Финиш, короче, это старт. Но только совсем все надо по-другому. Вот то, что было, вот то, что ты там учил специально, там все это понимал, молодец, все, прилежный ученик, хорошо, добрался, забудь. Это уже тяжело нести, это уже отвлекает. А дальше с чистого листа, с одним четким пониманием. Ты своим вниманием формируешь происходящее. Все. Ну, кому-то потребуются дополнительные ответы, там какие-то мероприятия, но в целом оно вот это все. Ты прямо сейчас, вот тот, господи, аж подавился. Вот то, что я делаю прямо сейчас, я записываю это видео, там у себя в доме. Я на самом деле это придумываю все сейчас себе, вот мне так интересно. Поэтому и говорят, почему надо жить по сердцу, да, почему? Потому что это единственный верный вот этот инструмент, который ведет тебя правильно по твоему пути, который ты не знаешь, который ты не ведаешь, только догадываешься. И чем больше ты догадываешься, тем больше ты...
Мой мяч.